Всем привет, ребята! Сразу скажу, что не ждите в этом видео никаких прогнозов, ставок, ничего этого не будет. Этим видео я хочу просто подвести итоги 2019 года, а также обрисовать свои примерные планы и ожидания на 2020 год. 2019 получился непростым, конечно, но в целом я, конечно, доволен тем, какую работу я проделал на канале. Жаль, конечно, что не получилось в конце года с моим марафоном, который я затеял, не получилось, скажем так, достигнуть итоговой цели. Конечно, мы все равно в хорошем получились плюсе, то есть практически удвоили начальный игровой банк, но до нашей цели немножко не добрались. И тут я вот хочу у вас опять-таки спросить, как же поступить с этим марафоном в новом году? Продолжить его как-то дальше до достижения цели, возможно, начать какой-то новый марафон. В общем, очень интересно будет именно услышать ваши предложения, советы, и уже, так скажем, в новом году я уже объявлю, ну, скажем так, то, что я в итоге решил по поводу этого марафона или нового. Я постоянно, как видите, стараюсь разбавлять контент чем-то новым, интересным, необычным. И самое, пожалуй, главное нововведение в этом году, это были, конечно же, встречи с самими теннисистками и теннисистами. Я надеюсь, вам понравились все эти интервью. И я вам скажу так, что в новом году вас также буду ждать интервью. И не одно интервью, это точно. Поэтому, надеюсь, вы эту рубрику будете поддерживать. Кстати, напишите, какое из интервью вам больше всего понравилось. Главная моя, пожалуй, цель на 2020 год – это достигнуть на канале количества подписчиков в размере 10 тысяч. Я понимаю, что это будет задача непростая, но я буду к ней стремиться, буду двигаться к ней, потому что, в принципе, получилось так, что в конце прошлого года на моем канале было, по-моему, что порядка около 1500 подписчиков, и вот на конец 2019 их уже 3700. То есть, конечно, это, возможно, не тот подъем, которые у многих бывает случается, то есть там за год некоторые достигают там и 100 тысяч подписчиков, да, но все равно это движение, я все равно вижу, что я двигаюсь к вершине и буду продолжать к ней двигаться. Надеюсь, вы там мне будете помогать тоже своей поддержкой. Хочу, конечно, еще внести на свой канал стримы, в каком формате еще и пока думаю на эту тему, но обязательно я думаю, что лайв-режим на ютубе, это будет интересно вам. Кстати, ребята, не забудьте то, что проходит на моем канале конкурс с возможностью выиграть футболку Александра Глеба. Напомню, что для того, чтобы этот конкурс, так скажем, закрылся, чтобы я выявил победителя, для этого на канале должно быть 5000 подписчиков. И именно на следующий день после этого я объявлю победителя случайным образом. Ну, а, ребята, вас я хочу поздравить всех с наступающим, кого-то уже с наступившим, потому что, не знаю, когда вы будете смотреть данный выпуск. Пожелать вам всем удачи. Не ставьте много, ни в коем случае, и играйте в основном свое удовольствие. Смотрите теннис, любите спорт. Ну и всего вам всем наилучшего, друзья. И увидимся с вами в новом 2020 году. Всем пока-пока!